Нет ни одной страны, где бы не отмечался День матери. В России этот праздник стали отмечать сравнительно недавно. В преддверии замечательной даты в ДК Воровского прошел праздничный концерт, на котором мамам со стажем подарили памятные подарки. А с поздравлениями выступили представители городской администрации и законодательного собрания Тверской области. Хочу пожелать всем, дороги, чтобы была светлая, чтобы на ней было поменьше проблем. И чтобы вас очень любили ваши дети и ваши внуки. С праздником, мои дорогие! Есть ли возраст у мамы? Пожалуй, нет. Мама не может быть старой или молодой. Мама, она и есть мама. Самая лучшая, самая добрая, самая красивая. Сегодня все для нее. И теплые слова, и светлые песни, и танцы. И как хорошо, что в календаре в 1998 году появилась новая дата – День матери. Так много хочется сказать и сделать для нее в этот день, который предназначен, чтобы дарить внимание, заботу и любовь. Праздничный день матери оказался не единственной причиной для торжества. 29 ноября отмечается также День клубного работника. Глава администрации города Конаково Олег Шаталов поздравил всех сотрудников Дворца культуры имени Воровского, а лучшим вручили почетные грамоты и денежные премии. Почетные грамоты главы города Конаково и денежным вознаграждением награждается Зотов Анатолий Сергеевич, аккомпаниатор ансамбля русской народной песни «Злат Венец».